оставшиеся на фасаде напоминают, что здесь когда-то был вокзал. На боковом пути по сегодняшний день находятся две головы дизель-поезда и вагоны к ним. Машинное отделение обоих кабин разобраны, двигатели демонтированы. Также разукомплектованы пассажирские вагоны. Вдали на путях стоит маневровый тепловоз ТГМ-4, а над путями возвышаются конструкции для крепления контактной сети. В 1900 курсирует только до белорусской станции Ёлча, дальше в зону ЧАЭС ходят так называемые атомные электрички, которыми доставляют рабочих на атомную станцию. Поскольку я оказался в Чернобыльской зоне, то покажу заодно и печально известный город Припять, и как сегодня выглядит атомная станция. Многие спрашивают, почему станция...